Комментируй, пожалуйста, заявление Блинова. Привет, спасибо. Привет, знаешь, видел кавер Фреда на Master of Puppets. А как тебе его Донстрок? Круче, чем у Хэтфилда? Да, мне прям несколько человек скидывали этот видос. Ну, объективно, как бы, это реально круче, чем у Хэтфилда. Но в целом ничего крутого в этом нет. То есть обычный стандартный торопливый даунстрок Фреда, как бы вот в принципе. Там, кстати, если что, нет ни одной торопливой ноты. И как он всегда играет, так он там и навалил. Но опять же, проблема, как я уже неоднократно говорил, именно в постановке. Просто из-за неправильной постановки получается вот такая вот дичь. Ну, как бы эту штуку можно попытаться как-то разогнать, что-то там ей сыграть, но звучать будет всегда именно вот так, вот с этим ничего не поделаешь. Да, именно прям убойно, мясно, четко. Вот, тоже, кстати, что отмечает в том числе и Хлопец Сором, что вот Блинов испортился, реально стал играть, да, как-то, как ему сказал Хлопец Сором, Сашка Ювелир. То есть уже какая-то игра стала вот, вот такая, то есть фарша нет. Поэтому самое главное баланс, конечно, высекать кончиком, но так, чтобы просто, сука, прям вот этот вот... искры валили. И вот у меня Master Puppets реально, но пока это самый бетон. То есть из наших каких-то русскоговорящих товарищей я даже близко пока подобного не слышал. И господин Блинов не потянет. Вот взять и сыграть вот так вот хотя бы тот кусок, который как бы, ну, то есть получается в Master Puppets главное добежать до первого припева. Если добежал, дальше все получается легко, потому что там до типа... То есть ты просто отдыхаешь, и как бы потом дальше уже не трудно. Но он не сможет в оригинальном темпе с такой подачей мощно сыграть, как бы, чтобы это ровно было, не сможет. Поэтому тут постановки, не постановки. У него был кавер, но этот кавер был из кусочков склеенный, который был заочный кавер, то есть без видео, без всего, просто аудио. А вот именно взять и забубенить также на видео не получится. Это аудитории, которая не очень как бы шарит, это в принципе прокатывает. Но если брать реально какой-то крутой уровень, то да, с такой постановкой, к сожалению... Да, в таком случае, опять же, нужно прямое противопоставление. Допустим, какой-то видос, где чувак играет с крутым уровнем в Master Puppets, допустим, тот же самый кусок. Таких видосов, ну, как бы, относительно близко находится Джон Браун, да, как бы, но Джон Браун очень много всяких скрипов и так далее. Поэтому я думаю, честно, ну, как бы, не знаю, конечно, точно, но в русскоязычном сегменте 100% это самый лучший, как бы, кавер, который есть. В западном... Ну, потенциально, может быть, есть кто-то покруче, но пока я не видел. Я просто допускаю потенциально. В русском 100% нету. Никого абсолютно, кто сыграл бы именно с такой вот мощью, с такой четкостью, ровно, без скрипов, без шуршаний. Западный, может, есть, но нужно посмотреть видео. Тогда, как бы, если он предоставил бы, допустим, вот здесь вот так и так. То есть на чем строится, допустим, все мои умельцы, да, что здесь жухота, а вот должно быть вот так вот. Здесь то просто вода получается. То есть нужно менять ряд моментов, чтобы это нормально работало и мощно валило, и мощно звучало. И не торопилась, как на этом видосе. Да, это вода, потому что у него звучит это слабее, звучит это как бы по вносливости тоже получается хуже, поэтому это просто обычная. А, вот, короче, что-то типа такого. Да, это просто вода. То есть без какого-либо примера, без всего, поэтому... El agua, по-испански. И nada más, ничего больше. И я бы сыграл. Нет, конечно. Ну, попробуй. Слушай, уже несколько чуваков пробовали сыграть. Пока обсерите такое, что просто пиздец. Может быть, Хлопец Сором сыграет. Может быть. Я допускаю, что он сможет забубенить, как бы. Но ты точно нет.